Строго говоря, зданию, во дворе которого развернулся сегодня праздник, почти 40 лет. Раньше здесь размещался родильный дом, который 11 лет назад получил статус перинатального центра. Уже нет такой организации Су-93. Я тоже принимал участие в строительстве этого роддома. Вот это да. Внес свою лепту, так сказать, в дар нашему городу. Вот такой построили прекрасный родительный роддом для наших жителей. Благодаря уникальным технологиям центр работает не только для жителей Ленинского округа, но и для всей России. Почти 30% родов приняты у женщин из других субъектов Российской Федерации. Он известен в Подмосковье, его любит вся Россия, потому что рождаются здесь детки и разлетаются со своими мамочками по всей России со словами благодарности. Сегодня Видновский перинатальный центр – это современные технологии и команда профессионалов высочайшего класса, совмещающих практическую работу и научную деятельность. Этот праздник нам дает вдохновение и дальше работать, и работать, и работать. Мы видим, какие дети к нам приходят, как все счастливы. Мы этому очень рады. Традиционно на праздник в честь дня рождения перинатального центра приглашены мамы и детки, которые появились в стенах лечебного учреждения. За почти 40-летнюю историю заведения здесь родилось более 126 тысяч детей. Двое детей родились здесь, в Видновском перинатальном центре. Один родился недоношенный. Да, мы его выхаживали здесь 3 месяца. Второй более или менее, ну, хорошо. И вот мы пришли разделить радость праздника с центром. Учреждение ежегодно входит в число лучших перинатальных центров России. И не только за счет внедрения уникальных технологий, но и благодаря отношению персонала к мамам и маленьким пациентам. Отношение шикарное. И когда говорили уже, ну как, пойдешь еще за вторым, я говорила, если к вам, с удовольствием. Потому что отношение к детям, к мамам такое душевное, ну вот не чувствовалось, что ты одна. Лечебное учреждение ни на минуту не останавливается в росте и развитии. В этот день здесь были открыты еще 2 отделения – центр грудного вскармливания и центр реабилитации новорожденных и недоношенных детей. Воздушный, давай. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ.